Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Первым в плотной повестке встреч сегодня позис. Рустаму Миниханову докладывают, в минувшем году предприятие нарастило производство. Особенно больше стали выпускать нестандартное оборудование, инструменты и элементы оснастки. Выручка перешагнула рубеж в 14 миллиардов рублей. Послание президента. Просенька нам, какие резервы у нас есть? Первая задача, что мы можем сделать, скажем, в сегодняшних условиях, план на ближайшие 5 лет, что для этого нужно. Далее без раскачки к делам Зеленодольского завода имени Горького. В минувшем году предприятие сдало заказчику 5 судов, и столько же было заложено. Сейчас идет работа над малыми ракетными катерами и судами спецназначения. Полностью выполнен был заказ. Корабли даже сдавались на полгода раньше в установленных сроках. Освоены были новые серии кораблей. Шагом в час к показателям КМПО. Здесь, как доложили, к декабрю минувшего года объем реализации промышленной продукции превысил план, достигнув 106%. У нас интересует, как мы завершили, какие у нас возможности по этому году, что мы можем на какие-то там страны Борисов выходили, вообще задача сейчас промпроизводства, рост объемов. Это очень важно. Общий посыл всем промышленникам, кроме экономики, улучшаться должны условия работы и зарплаты работников предприятий. Сергей Хайдаров, Дмитрий Аринин, Сергей Кузьмин, ТНВ Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.